Всем привет! Мы сейчас на даче, и тут гроза, короче говоря, я такого давно не видел. Молнии с громом бьют, грохочут, просто без конца. Вот так небо сверкает без перестанку. Я на штативе поставил фотоаппарат, я его настроил таким образом, чтобы фокусировка была на бесконечность. Максимально 25 секунд выставил, то есть 25 секунд идет съемка кадра, потом 25 секунд темновой, короче говоря, получается примерно минута один снимок, и подобрал так яркость, ISO там у меня 100, короче, диафрагма по-среднему закрыта, пятерочка или шестерочка, короче говоря, пристрелился, подобрал и ловим молнии. Сейчас покажу вам, какая красота вообще. Причем сейчас получается сильного дождя как бы нет, так вот идут такие капли, сильные бьют. Вот за мной сверкает, да? Я пробую так снимать, чтобы в кадр попало небо. О, вот так. Как раз будете видеть, съемка идет. Может, молнии в кадр попадут. Вот. И, короче говоря, идут молнии, не в землю бьют, да, вот как бывает гроза, а вот так вот прокатываются по небу. То есть над землей. И такие скривленные, такие кривульки. Я вот много раз слышал, что называют такую ночь, например, когда всю ночь грохочет гром, молнии бьют, называют воробьиная ночь. Вот я, честно говоря, можно, понятно, погуглить, но я не гуглил. Мне интересно, если вы расскажете, кто знает, откуда происхождение, потому что мы сейчас пожизненно все гуглим, но хочется как бы с вами общаться. Поэтому пишите, если кто знает. Вот. Боитесь, нет такого дела. Какие истории в жизни были. Вот у меня рассказывали и бабушка, и отец, что видели шаровые молнии. У бабули вроде даже в хату залетала, она рассказывала. Вот, сейчас идет обработка. Могу снимать и смотреть в кадре. О, снялось. Вот, раньше я когда-то было время еще на пленочный фотоаппарат даже фотографировал. Смена 8М был фотоаппарат с пленкой. И рассчитывал, подбирал тоже экспозицию, разные пробовал такие снимки делать. Уже не помню, где эти пленки найти, но, в принципе, получалось кадр поймать. Вот. Сейчас, конечно, проще с цифровой техникой, можно там хоть 1000 этих снимков отснять. Пока один садится аккумулятор, второй стоит, сейчас у меня заряжается, например. То есть можно снимать хоть до утра, это не то, что с пленкой было. Попробую параллельно еще и на камеру снимать. Камера 50 кадров в секунду снимает. И потом на отдельных кадрах, покадрово, если попало, при съемке можно, в общем, выцепить кадр с молнией. Только я вас прошу, это дело опасное. Это я сейчас сижу возле домика под навесом, и у меня так удачно, что как раз вот в той стороне сейчас молнии шандарахают. Нет, может, я тоже, конечно, здесь сейчас рискую, но я вас не призываю бежать куда-то в поле, фотографировать с фотоаппаратом, чтобы там бабахнула молния. Будьте все-таки осторожны, есть правила безопасности в грозу. Вот такие получились фотографии, немного обработал в фотошопе. И, конечно, всегда стараюсь с вами, друзья, делиться всем необычным, интересным, что вижу сам. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписались. И посетите мой основной канал. Ссылочки в описании, в подсказках и сейчас в конце ролика. Всем удачи, приятных наблюдений, открытий. Не прощаюсь.